Ребята, всем огромный привет. Выбрались на рыбалку. В планах сегодня половить карася. Приехал на протоку Волги. Вот такое вот место. Получается, там рыбаки сидят, рыбачат. И с этой стороны тоже можно попробовать половить. Что с этого получится, увидите в видео. Желаю всем приятного просмотра, ребята. Поехали. Сегодня буду ловить обычную поплавочную удочку, так как не листовый запрет, ребята. Вот такое вот местечко. В прошлый раз был тут, вода была разлита сильно. Рыбачки сидят, тоже ловят. Будем пробовать и на червя, и на опарыша, и на кукурузу. Кормка, ребята, сегодня будет мечта рыболова. Недорогая. Карп, сазань, карась. Плюс купил комбикормы разной фракции. Будем это все вместе смешивать. Ну, попробуем половить. Вот такие вот фракции. Это в кормовом магазине, где продают всякие зерна для скотины, в общем, для животных домашних. Ветер сильный, конечно же, ну ничего не поделать. Насколько тут глубоко добавим водички. Карпа в самый раз, ребята. Даже не буду ждать, чтобы набухало. Сразу закормимся. Пылит очень хорошо. Надеемся, что карасик будет. Правда, ветрище, волны. Теплая, конечно, погода, но ветер ужасный. Видите, да, ветер какой? Нет слов просто. Поплавок более-менее тяжелый. Опять же, более-менее. Ужас. Не представляю даже, как буду закидывать это все дело. Не представляю. Глубина примерно такая. О, рогатулечка даже есть готовая. Это шикарно. Так. Малюсенький крючочек. Будем сначала пробовать на червяка, ребят. Посмотрим, какие будут у нас успехи. Взял также кукурузы с разными ароматами. Будем пробовать, испытывать все. К сожалению, как всегда, как я соберусь на рыбалку, так сразу ветер. Червяка одеваю пучком вот так вот. Все, можно пробовать. Поплавок буду ложить на дно, так как ветер очень сильный. Эх ты, ё-моё. Ужас. В прошлый раз тоже приехал на это же место, решил попробовать карасика половить. Это уже у нас второй выезд по карасю. Первый прошел неудачно. Приехал на место, разложился, то есть ветра не было, погода была шикарно,
резко ливень начался, друзья. Ну, естественно, смотал удочки и домой. Вот. И дождик лил до самого вечера. Поэтому смысла не было оставаться. Сейчас попробуем тут, посмотрим, что получится. Если ветер не утихнет, перейдем на то место, вот, тихое местечко такое. Будем пробовать там уже ловить. Так, ребята, попробуем перейти на ту сторону. Единственное, надо вот эти камыши сейчас убрать. Вот эти камыши. Если, конечно же, сапоги мои позволят настолько зайти, так как тут реально глубоковато. Я вот смотрю. Вот. Глубина довольно-таки неплохая тут. Я думаю, достаточно. Да, поклевывает, поклевывает. Слабенько, конечно, но поклевывает. В этом году еще карасиков я не ловил. Дай бог, сегодня отловимся, ребята. Что-то, ребята, избегает она червячка. Не пойму, в чем прикол. Только что клевала, сейчас не клюет. Сейчас попробуем опарика. Пару штучек насадить. Блин. Надо разгадать эту загадку. В ближайшее время. Так вот, может, на опарика поведется она. Ох, как хорошо-то. Вот так вот. Не хочет брать, и все. Давай, рыбка, ловись. Большая и маленькая. Ух ты, это ветер. Ух ты, ребята, да. Да. Есть контакт. Обалдеть, вот это карасики тут. Обалдеть, ребята. Есть контакт. Но опарика сразу взяла. Ты опарика хотела, да? Я парика хотела. Вот это рыбалка, я понимаю, ребята. Так. Так. Рогатулечки пока сюда. Эту рыбку пока привяжем сюда. Богом, может, тут что будет клевать, непонятно. А парик целый, нормалек. Стоять. Вот так вот. А ну-ка, давай, рыбка. Тут тоже я закормился, как бы должно быть. Ну и рогатулина стоит, соответственно, тут и ловят. Значит, и закармливают помимо меня рыбы где-то держится в этих районах. Ух, поклевочка, ребята. Поклевка, это радует. Давай, родненькая.
Опа. Есть, ребята, хороший карасик. Ух ты, ё-моё. Смотрите, какой упитанный. Не зря поменял я место. Вот видите, постоянно надо ходить искать. Искать надо рыбку. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ходить надо искать рыбку. Рыбка-то есть. Ух ты, какой тут карась отличный, друзья. Нет слов. Нет слов просто. Там отстоял где-то час после того, как двух карасиков выловил. И там тишина настала. Сменил точку, пришел сюда. Ну, как видите, сразу поклевочка. Не прошло и 5 минут. Будем надеяться, что это не последнее. Хорошие караси тут. Ондатра, ребята, поплыла. Все, пускай дымит. Вот сюда вот положу. Время, ребят, 12 ночи уже. Пока сидим ни одной поклевки. Ну, думаю, что утром что-то будет. Часа в 4. Я надеюсь, что рыбалка начнется. Закормился еще раз. Звездное небо над головой. Птички поют. Я предлагаю вам выключить сейчас свет. И где-то минуту просто послушать звуки природы. Такой вот кайф, ребята, вокруг. Не повторить и не передать это все словами. Сами все услышали. Все ожило, весна, все ожило, все расцветает. Запахи вот этой вот природы, звуки природы. Как бы это надо любить душой. Маленько. Пока выключаемся, я думаю. Надо будет сейчас на боковую, поспим чуть-чуть. Палатку не стал расставлять сегодня. Чисто будем спать в машине. А утром где-то, ну, часа через 4. Надеюсь, что рыбалка начнется. Вот. Сижу сейчас на данном месте не один. Там на той стороне тоже рыбак приехал в ночь посидеть и утром тоже половить. Завтра обещает быть хорошая погода, безветренная. Будем надеяться, что что-то будет. Все, на этом все. Всем спокойной ночи, ребят. Вот рыбка плавает на поверхности прям. Долго я ждал этой поклевки. Опа. Хороший. Обалденный. Ох, ребята, вот это карасяндр. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, карасик. Что сюда положим. Ух, кайф. Долго
прям взяла и ушла, ребята, даже не думая. Здесь еще будет. Обычно тут есть одну. Поймал, судя как вчера, одну вытащил, и поклевки перестали. Шугается она или что, непонятно. Будем что. Есть, ребята, есть. Иди-ка сюда ты. Долго я ждал поклевочки. Вот она, карасяндра. Хорошая, ребята. Ух. Долго ждал поклевки. Она так как-то минут 30 между поклевкой. А вот поймал, 30 минут прошло где-то. Еще одну взял. Вяло клюет очень. Ну это кайф. На такую удочку таких карасямбр таскать, ребята. Милое дело. Время уже 11 часов, ребята. Больше поклевок нету. Вообще. Уже сколько прошло времени. Там вот, получается, я две штуки поймал. Примерно где-то тут вот. Закормлено было. Вчера еще. Ну и сходу сразу, блин. Первую, потом где-то минут 30. И вторую поймал. И там тоже клев перестал. И тут что-то уже сижу часа два или три, ни одной поклевочки даже нету. Сейчас я вам покажу результат сегодняшнего и вчерашнего дня. Вчера с 3 часов дня я тут, ночью вообще ни одной поклевки не было. Поспали более-менее, и утром вот две поклевочки, и все. Народу очень много. Но для рыбалки пока что рановато. Скорее всего, через недели полторы-две будет вот такая вот рыбалочка. Тут приедем, будем снимать тоже видео. Показываю результат сегодняшнего дня и вчерашнего дня. Вот, ребята, неплохо. В принципе, отловился. В принципе, неплохо. Такие вот карасямбры хорошенькие. О, какие хорошенькие вот, ребята. В принципе, нормально. Рыбалка, можно сказать, что состоялась. Подписывайтесь на канал, ребята. Поддерживайте канал лайками. И подписка — это очень важно для развития канала. Ну а мы будем стараться снимать для вас еще много видео. Как пока что только сезон начинается, рыбалки, потом и охота будет, и все остальное в этом духе. Все, всем пока-пока, до новых встреч.